Не-не-не, спортлогов не будет. Ну их нафиг. Сейчас у нас что? 22-22. И камера дрыгается, лагает. Что меня очень печалит, потому что в новом году придется раскошелиться на новую камерку. Ну давай, сфокусируйся. Да ёперный ты театр. Что сказать, я не знаю. Поздравляю вас всех с наступающим. Пусть у вас будет, помимо всех банальных пожеланий, пускай у вас будет очень много надежных людей. Это сейчас редкость. Фу. Не болейте в новом году. Надейтесь на лучшее. Ждите перемен. Ну и сами тоже не сидите без дела. А я потихоньку переезжаю на квартиру. Здесь уже мое место оккупировано другими людьми. Но картинки надо будет забрать. Что, мультяшки самое главное в моей жизни. Все эти мультперсонажи. Даже камера перестала дрыгаться на секунду. Это самое важное в моей жизни. Ну что хочу сказать? Поздравляю всех! Пусть этот год будет лучшим, как бы наивно это не звучало. Доверие между нами. Этот год мы прошли вместе. С достоинством. Как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности мужества, отзывчивости, милосердия в наших сердцах. Можешь меня снимать. Все, она снимает уже. 75-летие Великой Победы. Новый год сейчас будет. Сейчас салюты смотреть будет болеть. Изменил много его образ жизни, работы, учебы. Заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Она аж прячется в будку, бедный, аж боится. Ну уже, давайте еще залп долбаните кто-нибудь. Погнали! Я аж страшно, я аж пригнулся. Реакция Пиратыча просто бесценная. Пират, что это такое? Что ж там такое-то? С ума сходит. Что там такое, Пиратыч? Что там? Он до этого аж несколько раз в будку прятался. Сейчас вроде посмелее стал. О, камерка. Пиратыч, что там такое, товарищ пес? Товарищ пес, ко мне! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Товарищ пес! Товарищ пес! Грохот такой на полгорода.